канала рукоделия и я Вика. Сегодня мы наконец-то вяжем жилет, который многие из вас очень долго ждали. Ну как долго? Относительно долго. Обычно я стараюсь быстренько, а тут прям что-то затянулся у меня этот процесс с этим жилетом. Вот, значит, вязала, расчеты я делала, вот он, взяла идею от Зары. Классический первый номер. Под видео оставлю ссылку на обзор всех жилетов. В общем, я решила первый. Возможно, еще вот тот, который я говорила в обзоре, еще один свяжу. Посмотрю, какая пряжа мне придет из Китая. Если мне она понравится для жилета, я его свяжу. Ну, в ближайшее время. Возможно, если не понравится, то возможно чуть позже. Но первый жилет в любом случае я посчитала, что он самый универсальный, самый нужный и самый носибельный будет под все. Вот. Итак, вот она таблица соответствия размера. Я расчеты делала на размеры SML. Вот, я здесь нарисовала, чтобы было понятно. Синяя циферка – это размер S. Черная циферка размер M и зеленая циферка размер L. Вот они две схемы у нас. Я сейчас их выложу еще сфотографированные. Сделайте себе скрин одной, первой и второй схемки. И ею вы будете пользоваться на протяжении всего мастер-класса, ну, всего вязания. Потому что я показывать буду на размере средний, вот M я себе вязала. Вот, вы же будете корректировать, ну, то есть брать цифры от своего размера. То есть все то, что я говорю, то, только циферка будет ваша. Итак, единственное, что вот хочу сказать, потому что на протяжении вязания там будет только черный цвет, эти расчеты появились уже потом, вот, поэтому заскринили, пользуемся. Вот. Единственное, что вот здесь, вот, девчонки, обратите внимание, вот единичка, вы поймете, что это за единичка, она есть у нас только в размере M. Вот эта вот единичка. Потому что здесь нечетное число, и одну петельку нам нужно было убрать. Вот, я ее убрала. В размере S и L вы просто вязание для передней детали разделяете пополам. По 59 петель в размере S и по 70 в размере L. Все, вот это один нюанс, которым отличаются вот эти вот размеры, просто потому что здесь было нечетное число. Вот и все. Вот, все остальное, вот в чем разница, везде все прописано. Где разницы никакой, вот, допустим, высота. Высоту вы в любом случае будете корректировать на себя, поэтому здесь цифра одна и количество рядов резинки. Плотность вязания 23 петли в 10 сантиметрах, 27 рядов в 10 сантиметрах. Вот такой вот плотностью мы, девчонки, будем вязать. Поговорим давайте о пряже. Я вязала из вот этой вот чешской. Вы знаете, что я нахожусь в Чехии. Значит, вам рекомендую, девчонки, она, вот эта вот пряжа в 50 граммах 139 метров. Вот вы видите, да, в 100 граммах это у нас получается 275, да, ну, 280 метров в 100 граммах. Ориентировочно я это говорю для того, чтобы вы могли, кто у себя локально, купить пряжу. Вот приблизительно такого метража, 270-280 метров в 100 граммах. Чем можно, кто в Европе, девчонки, ссылка будет под видео в описании, могу послать, но только в районе Евросоюза. Вот, все остальные посылки не доходят или идут по полгода сейчас. Это катастрофа с коронавирусом. Так, с этим закончили. У кого нет, кто не в Европе, значит, красиво очень будет из вот этой вот пряжи, которая у нас, мы уже с ней работали. Я, вернее, вы не знаю, со мной работали ли. Вот, тоже ссылка будет в описании. Упаковочка 5 мотков, либо поштучно по одному мотку в... Эта пряжа, метраж 305 метров, что в этом вот мотке 305 метров. Но здесь есть дополнительная нить. И, в общем, в две эти нити той же плотностью, этими же спицами, сейчас о спицах я поговорю, вы вяжете по этому мастер-классу жилет, попадаете в плотность и вяжете
по этому описанию. Далее еще можно не махер, сейчас у меня нет, я заказала, а именно вот такого вот типа с дополнительной ниточкой, кашемир. Кто не хочет вот эти вот пух, да, кто хочет гладкий жилет. То есть кашемир, как вариант, тоже 5 мотков вам вполне хватит, еще останется на шапку, шарф там, там уже будете видеть. Вот, это что касается пряжи. Если вот эту вот пряжу, то количество мотков я вам напишу. Сейчас я вам о количестве, я с вами еще поговорю. Далее спицы. Я вязала вот эти, все вязание я вязала вот этими 2,5 миллиметра спицами, и резинку, и основное вязание. Спицы 2 миллиметра я взяла на планку, на горловину и на тройму рукавов. То есть 2 миллиметра и 2,5 миллиметра. Все, резинку внизу я вязала этими спицами. То есть мне нужно было ровное полотно, поэтому все шло вот этими вот спицами. Вот. Это по поводу материала, девчонки. Итак, набор петель, девчонки. Кусок видео у меня, как обычно, потерялся. Вот что делать. Поэтому вот дозаписываю кусочек. К счастью, у меня есть видео про этот набор петель для резинки 1 на 1, да, мы берем спицы 2,5 миллиметра, нити, которыми вяжем, и набираем свое количество петель для вашего размера. Значит, количество петель для спинки и переда у нас не отличается, у нас обе детали одинаковые. Значит, я набирала, ой, кстати, показываю здесь неправильно, девчонки, вот оно, нижнее количество петель. У меня 140 вот эти. То есть, кто не умеет этим способом набирать петли, смотрим видео, как набирать этим способом фабричным. И вяжем резиночкой. Набираем свое количество петель для вашего размера. И вяжем 24 ряда для спинки и 14 рядов для переда резинкой 1 на 1. Прошу прощения за такие вот нюансы. Так. Итак, вот мы видим, да, что спинка у меня, здесь у меня 24 ряда, а передняя деталь всего 14, то есть разница на 10 рядов. Вот, вот она эта разница. И вот после резинки, после спинки, переда вот того количества, которое вам нужно для резинки, то есть независимо от того, что вы вяжете и какой размер вы вяжете, вы делаете следующую манипуляцию. Когда переходите на чулочное вязание, вы вяжете, делаем такие вот сокращения. Значит, вяжем 10 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11 и 12 петлю мы провязываем вместе. То есть для каждого размера у вас будет сокращено свое количество петель. 11, 12 вместе. В моем случае, в моем размере, это 11 петель сократится. И далее продолжаем вязание чулочной гладью. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12 вместе. И так до конца ряда. В конце ряда может остаться 8 петель. Да? Поэтому вот вы закрываете столько, сколько нужно для вашего размера. Так. И далее вяжем чулочной гладью. То есть переходим на чулочную гладь и вяжем. Оказывается, девчонки, катастрофа. Еще большего масштаба, еще куска видео нет. Поэтому буду, вы уж меня простите, хотя можете наставить мне дизлайков и плохих комментариев, здесь они будут абсолютно заслуженно. Вот этого куска видео нет, как я разделяла на горловину и пройму достаточно большого куска, он как бы в цельном формате был снят, очень обидно. Значит, длина вот для передней детали 40 сантиметров, для задней детали 44 сантиметра. Это в целом вот мы набрали петли, провязали резинку, и вместе с резинкой вот эта вот длина от резинки еще 100 рядов вяжем. Вот 100 рядов
И сантиметры в целом, я же говорю, вместе с резинкой эти сантиметры. Далее мы переднюю деталь, вот начинаем пройму и начинаем вырез горловины. Вяжем ряд сюда, 64 петли, далее провязываем 2 петли вместе и еще вяжем 63 петли до конца. То есть 2 петли вместе провязали, вот она единичка, это сокращение одной петли. И провязали до конца, то есть здесь у нас тоже 64 петли, если считать ту, которую мы провязали 2 вместе. То есть разделили мы вязание на 2 равные части по 64 петли. И одну здесь сократили, так как у меня 129 петель. Для других размеров мы просто разделяем это вязание на 2 детали по 59 петель и по 70 петель для размера. Далее мы делаем сокращение, значит, со стороны горловины, вот уж простите меня, мы делаем сокращение в каждом четвертом ряду, вот видите, то есть 3 ряда, 2 изнаночных, 1 лицевой мы провязываем, а в четвертом ряду провязываем 2 вместе, прямо в начале вязания. Вот здесь же в изнаночном ряду мы провязываем 2 вместе в каждом втором ряду, то есть через ряд, по сути, в начале каждого изнаночного ряда, а здесь в начале лицевого ряда только через один лицевой ряд. Если все ряды считать, то через 3 ряда в четвертом. Вот. Всего убавление 16, 18, 18 видим для передней детали, в горловине 16, 16, 18. Но эти убавления у нас идут более плавно, потому что они в каждом четвертом ряду. Здесь же более таким как бы резким скосом. Значит, вот смотрите мои убавления по пройме. Всего их у меня в моем размере 18 в передней детали. 18. У вас же ваше число. В спинке 15. Не забываем, да, про разницу. То есть у вас обе схемы будут уже в готовом виде, так что вы все сверяете по схемам, потому что я говорю свой процесс, а по итогу считаю размеры уже по итогу, исходя из этого, как бы мной связанного. Вот, поэтому у вас будет схема уже готова. Здесь, далее я продолжаю здесь вязать ровно со стороны проймы. Значит, продолжаем ровное вязание. Вот мы видим, да, вот она, эта половинка. Мы вяжем правую полочку, левая у нас здесь осталась на спицах не тронута. Здесь я провязала сейчас 36 рядов, из них закрыла 18 петель по пройме. И далее вяжу здесь ровно, здесь продолжаю через 3 ряда убавлять. Здесь более плавный такой скос. Так, итак, закрыла я здесь 16 петель. Считая вот эта одна в центре, которую мы делали 2 вместе, она не считается, потому что здесь у нас будет тоже 16, да, и вот эта одна, она, это не считая вот эту вот одну. Далее вяжу тоже ровно. Осталось у меня здесь 30 петель. Вот они. И я их вяжу ровно. Эти 30 петель, то есть уже без никаких убавок. Да, а вот не пугайтесь, это еще не конечный вариант. Я одела петли на спицу и отрезала от двух простых карандашей резиночки, чтобы вот закупорить. Это я помню еще с детства, эти резинки на спице носочной. Вот, воспользовалась своими воспоминаниями с детства. Теперь, что я просто хочу сделать, так, я просто хочу сделать линию плеча именно как в оригинале. Вот мне понравилась, она была, эта линия плеча еще в джемпере. Вот он, кстати, очень популярен, этот джемпер H&M, и до сих пор его продают. Вот линия плеча, которая у нас смещена на спинку. Вот я ее точно так же хочу сместить. Не знаю, по итогу, может быть, это и не получится. Вот, но если она смещена у нас, значит, у меня получилось. И значит, я вам это рассказала в этом видео. Вот. А сейчас я просто начинаю делать вторую часть, вторую полочку.
Вот, привязываю нить. И делаю то же самое, что делала здесь. То есть, но здесь теперь я буду провязывать 2 вместе по из, как бы линия выреза горловины у меня на изнанке получается. То есть с изнаночной стороны я буду провязывать по 2 вместе через 3 ряда, а с лицевой стороны в каждом ряду. Итак, девчонки, кажется, у меня получается скошенный вот этот линия скошенная плеча, как в оригинале. Вот, значит, сейчас по поводу спинки. Давайте закончим вязать спинку. До этого момента мы вязали одинаково с передней деталью, просто переднюю деталь немножко больше закрыли. И дальше ровно, да? Всего от начала проймы я провязала 60 рядов. Это не сантиметры, это ряды. И теперь будем делать этот скос плечевой. Значит, что хочу сказать. Те, кто опытные девчонки, те сейчас я вам скажу пару предложений, и вы сделаете так, как я скажу. А я же буду делать для тех, кто начинающих, то есть упрощать. Значит, здесь вы, кто опытный, вяжете далее незаконченными рядами и оставляете по 3 петли с каждой стороны. То есть вот такой вот спиралькой вы вяжете доверху, оставляя по 3 петли, и делаете вспомогательную воздушную петлю для соединения. Много видео у меня с этим есть. В общем, если вы со мной вязали, то вы это, я думаю, встречали. Для новичков показываю. Мы будем закрывать в начале каждого ряда по 3 петли. Просто обычным способом, как закрываем петли, но всего по 3 петли. И в лицевом, и в изнаночном ряду. 3. Далее вяжем до конца ряда просто чулочной гладью. Так, довязываем до конца ряда. Поворачиваемся. И провязываем 3 петли вместе, не вместе, закрываем 3 петли, не 3 вместе, по 2 вместе. 1, 2 и 3. И теперь снова вяжем ряд до конца. Итак, каждый ряд, и лицевой, и изнаночный, мы вяжем до конца, в начале ряда закрываем по 3 петли. Все, продолжаем. Так, итак. Смотрите, провязала я, вот смотрите, сделала я 9 сокращений с каждой стороны. Если у вас не законченные ряды, то 9 делаете 9 раз с каждой стороны. То есть всего 18 рядов у нас здесь. И по итогу здесь у меня остается, я, конечно, здесь нарисовала непропорционально, но, в общем, остается у меня 45 петель. А здесь по 9 раз по 3. 9. Забыла здесь отступить, потому что здесь добавятся еще размеры. Так, пока на мой размер это 9 раз по 3 петли. И теперь я вот эти вот все петли закрываю. Вот со спинкой у нас все. Сантиметры будут в финальной версии. Вот еще раз вам показываю. То есть, я думаю, понятно. Мы сделали скос. Теперь мы все вот эти 45 петель закрываем. Теперь. Так, передняя деталь. Мы вяжем ровно всего 80 рядов от начала проймы. 80 рядов, не петель, рядов. Если в спинке у нас было 60, то здесь у нас 80. Потому что вот эта вот часть, девчонки, будет заворачиваться на спинку. Вот такой вот у нас будет скос интересный. Я просто хочу повторить оригинал. Итак, девчонки, довязала я вторую часть. Вот после убавлений у нас сокращение у нас для горловины 16. С этой стороны, да, далее ровно. Ровно мы вяжем до тех пор, пока у нас от начала проймы не будет 40 рядов, вот прям в конец. Видите,
ой, 40 рядов, 40 пар рядов, пока у нас от начала проймы до конца не будет 80 рядов, вот отсюда. Вот они, 80 рядов. При том, что спинка у нас это 60 рядов, она намного короче. За счет этого достигается вот этот перегиб. Здесь ничего мы не делаем, просто закрываем оставшиеся 30 петель и далее просто сшиваем. И теперь сборка. Значит, для начала начнем с боков. Продеваем лицевыми сторонами вовнутрь. Я шить не буду, я просто буду булавкой скалывать, чтобы вы понимали, что откуда. Значит так, начнем снизу. Вот наша резинка. Если у вас обычная резинка без сокращения петель, то вы сшиваете с самого конца. Я же совмещаю конец резинки, вот видите, и шить я буду отсюда. Это у меня будет разрезик. То есть там, где резинка, надеюсь, видно. Ну, я думаю, просто понятно, да, что шить начинаем. Резинка у нас разрез. Шить начинаем от резинки и до проймы. Здесь тоже. Где у нас начало сокращений. Вот один бок, второй точно так же. Плечика, значит, плечо. Вот смотрите, там, где у нас вот эти зубчики, вот, мы нашу переднюю деталь растягиваем по вот этим вот зубчикам до ровного края. Видите, то есть аж до самого верху, и нам нужно ее растянуть вот таким вот образом. Я скалываю булавками, вы же это все будете, кстати, можете наметать, как кому удобно, потому что там, где нужно вот это вот припосадить, то лучше наметать для лучшей посадки, да. Вот вторую деталь. Вот она точно так же, вот смотрите, мы ее растягиваем на наши, все, вот это совмещаем. Так, вот наши плечи. Да, вот там, где ровно, там у нас осталось. Не пугаемся, сейчас я вам, сейчас увидите, что там. Как бы, как оно все там ляжет. Сейчас все вам будет понятно. Значит, и второй бок. Здесь тоже совмещаем резинку. Которая у нас образует разрез. Так, все. Теперь, если вот, смотрите, если вы разложите, вот это все сейчас мы пришьем, да еще этот шовчик разутюжим, у нас ровненько уляжется, то у нас здесь вот образуется вот такой вот как бы перегиб, видите? Вот он, и здесь тоже. Вот это то, что Вика пыталась восстановить. Вернее, повторить. Вот он. Вот такой вот должен быть. Вот наш вырез. И теперь сшиваем просто. Я думаю, вам понятно, ради чего были эти все мучения. Вот ради вот этого вот перегиба, который у нас случился, да? Все, сшиваем все, девчонки. Так, девчонки, и завершающий этап. Вот я сшила, разутюжила швы, чтобы все ложилось ровненько, и уже попробовал одну пройму обвязать, перепроверить. Вот. А с вами сейчас я буду вязать вторую пройму. Вот мне нужно было убедиться, что она ложится очень красиво, да?
Значит, сейчас вторую пройму вместе с вами. По пройме, девчонки, вот так получается, что придется методом научного тыка. По-другому, ну никак. Три раза я перебирала петли, не получалось у меня. То есть, как бы готовой формулы нет. Потому что не в каждой кромочной это вообще не вариант, и с кромочной, и с каждого ряда тоже не вариант. Ну, в общем, по итогу у вас должно быть 117 петель. Ну, для каждого размера свое число, ну, вот для моего 117 петель. Значит, первую петлю я набираю где-то отсюда из центра. Она будет центральная, потому что мы потом будем делать сокращение, чтобы не эта часть у нас была тоже красиво не топорщилась. И в общем, вот здесь вот я уже просто интуитивно набирала так и смотрела на спицу, чтобы здесь вот примерно, как бы, ну вот я не знаю, как объяснить, потому что я же говорю, здесь ни в петлю, ни в ряд, ни в кромочную петлю не катит ни одно вот из, как бы, определение, то есть из возможностей, тут просто интуитивно нужно набрать так, чтобы у вас было, вот я просто смотрела, чтобы у меня петли вот на таком приемлемом расстоянии находились, и всего должно у вас получиться 117 петель. Я понимаю, что я непонятно объяснила, я сама этого не поняла и три раза перевязывала, пока я определила это количество петель. Ну вот, определялось чисто интуитивно, вот так смотря на спицу, как они выглядят, ну, примерно 2 петли в сантиметре. Вот таким вот образом я ориентировалась. Итак, набрала я 117 петель. Девчонки, вот я вам показываю, как у меня выглядит. Понятное дело, ничего вы сейчас не видите, да? Ну вот так вот, приблизительно. Если плюс-минус у вас в районе 10 петель плюс-минус, я думаю, это не столь важно, и вообще у вас может быть другая плотность, поэтому смотрите, вот интуитивно, что я могу здесь еще сказать. Далее, что мы делаем? Важно только одно, чтобы число петель было нечетным, чтобы мы потом, сейчас мы ее сделаем, эту ведущую петлю, где мы будем сокращать, сейчас я вам покажу, чтобы вы понимали, о чем я говорю. Вот здесь вот видите, где у нас пройма, здесь я просто не закрепила, видите, оборвалась у меня нитка, придется мне здесь подшить. Ну, в общем, здесь такая своеобразная, зная, регланная линия, да, изнаночная у меня центральная, почему-то я решила сделать изнаночную, хотя можно было лицевую. Ну, в общем, тоже не принципиально, как хотите. Вот она, видите, которая из шва одна петля, и вот, основываясь на нее, я буду делать сокращение, вот чтобы здесь у нас на пройме, да, это все красиво улеглось, и если бы я этого не делала, то здесь бы было, что, вот такой вот угол торчащий, который нам не нужен. Вот, итак, первый ряд я вяжу изнаночными петлями, весь ряд по кругу изнаночными петлями. Ряд я провязала изнаночными петлями. Теперь вот здесь, вот видите, которую первую петлю мы как бы взяли из шва. Я ее начинаю, и так как у меня ведущая изнаночная, то ее я провязываю изнаночной. Вот, далее перехожу на резинку 1 на 1. Вот первая изнаночная, лицевая и так далее. Изнаночная, ну, в общем, резинка 1 на 1 по кругу. Так, вот я этот первый ряд провязала резинкой 1 на 1 и приблизилась сюда. Вот у меня по узору получается. Итак, вот центральная моя петля, я приблизилась к ней. И сейчас вот это должна быть лицевой, но мы их провяжем все три вместе. То есть, основываясь на вот эту вот изнаночную петлю, мы одну слева, одну справа петлю, и это центральная провязываю изнаночной. Можно лицевой, можно переместить центральное, чтобы видна была эта петля. То есть вариантов огромное множество. Далее мы вяжем по узору, уже идем резинкой 1 на 1. И всего у меня 15 рядов.
В следующем ряду я эти три вместе не провязываю, а провязываю через ряд. То есть вот, основываясь на вот эту вот одну изнаночную петлю, мы провязываем по 3 вместе. Вот, через ряд. Итак, планка у нас состоит из 15 рядов. Сокращение у нас здесь 7 раз, 7 штучек. Да, и через, в общем, 15 рядов резинки, я немножко неправильно выразилась, 16 рядов с этим первым изнаночным. Ну и закрываю я петли по узору, то есть здесь мы видим лицевую, значит, провязываю 2 вместе лицевой. Если изнаночная, вот она, значит, изнаночная. И вот таким вот образом закрываю все петли. Вот. Получается закрытие вот такой вот резинкой. Так вот, я все петли закрыла, девчонки, и сейчас оно вот в таком вот, вот состоянии. Понятное дело, что его нужно разутюжить и придать форму. В моем случае мне нужно только утюжить, эта пряжа какая-то неподатливая. В вашем случае, возможно, вам просто будет достаточно намочить, разложить. Вот. Что делаем с горловиной? То же самое, что и с рукавом. Вот, вот все точности, как и здесь. С одной лишь разницей, здесь у меня 171 петля набрана. И здесь я делаю, видите, вот эту ведущую лицевой, чтобы была вот это, ну, классический такой вариант V-образного выреза. Сейчас вам покажу. Количество рядов точно такое же, убавление точно так же через ряд. Вот единственная разница, я провязываю не 3 изнаночные, как в пройме, а вот эту вот ведущую лицевую меняю местами с вот этой вот с правой стороны и провязываю 3 петли вместе лицевой. Все точно так же вяжу 15 рядов и закрываю все петли, вернее, с изнаночным рядом 16, всего 16, девчонки, ошиблась, 15 рядов резинки, здесь же у нас еще один ряд изнаночной глади. И вот, девчонки, итог, наш жилет готов. Я довольна, мне очень нравится. Вот, носить буду с удовольствием. Вот правда, люблю такие вещи, буду с удовольствием носить.